В Солигорском райисполкоме состоялась очередная прямая телефонная линия. На вопросы граждан в эту субботу отвечал председатель райисполкома. Людей волновали проблемы текущего капитального ремонта, благоустройства рекреационных зон, расширение парковочных мест в старых дворах города, вопросы благоустройства садового товарищества. Не обошлось и без инициатив. В ходе телефонного разговора житель города предложил поменять местами остановочные павильоны, чтобы место, где пассажиропоток больше, стало комфортнее. На автобусной остановке 12-го микрорайона возле магазина «Скворечник» установили остановочный павильон. Он действительно напоминает «Скворечник». Люди возмущены, там помещается максимум 5 человек. Скамейка рассчитана на 2 человека. Так что у меня есть по этому поводу предложение. Остановочный павильон «Зеленый остров» в промзоне. Там за весь день, максимум за сутки 5-10 человек садится. Там очень хороший павильон. Вот можно поменять их местами. Председатель поручил соответствующим службам изучить вопрос о целесообразности переноса конструкций, после чего будет принято окончательное решение. Есть технические требования к тем или иным конструкциям с учетом пассажиропотока, потока транспортных средств, с учетом архитектуры, в том числе, как он вписывается в окружающую среду. Мы со всех сторон вопрос изучим. И если в этом есть необходимость, будем принимать меры по замене или еще какие-то. Если нет необходимости, то не будем принимать меры. Вы в любом случае, том или ином, получите от нас письменный ответ по данному вопросу. За 3 часа к Андрею Жайловичу дозвонились 15 человек. Все вопросы были взяты на контроль и будут находиться на контроле главы района. Все заявители получат письменные ответы в установленные законодательством сроки.